Частичная мобилизация в России завершена. Об этом доложил глава Минобороны страны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. 82 тысячи человек завершили обучение и направлены в зону проведения спецоперации. Еще 218 тысяч проходят подготовку. Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана и соответствующий пакет социальных льгот. Военкоматы продолжат комплектование войск только за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники. Владимир Путин выразил благодарность всем, кто вступил в ряды вооруженных сил.